16 октября был опубликован обновленный рейтинг вузов от британской компании QS «Развивающаяся Европа и Центральная Азия 2017-2018». В этом рейтинге Казанский федеральный университет занял 46-е место, поднявшись на 6 позиций. Научная репутация, репутация среди работодателей, доля иностранных студентов, число которых в КФУ более 5000, эффективность интернет-ресурсов и другие критерии являются оценочными для рейтинга QS. Всего же критериев 9. Рейтинг QS является одной из трех крупнейших всемирных рейтинговых систем, позволяющих объективно оценивать работу вузов, что в свою очередь поможет абитуриентам определиться с выбором. Немаловажную роль в успехах Казанского федерального университета сыграло образование стратегических академических единиц. В настоящее время функционируют 4 приоритетные направления, а именно трансляционная СМП-медицина, астровызов, эко-нефть и учитель 21 века. Олег Кашин, Универньюз.